старая царская Россия была скована железным обручем насилия и произвола. Во время последней мировой жестокой войны этот обруч сломился и распался. И вместе с тем распалась на части старая царская Россия. И многим казалось, что больше не собраться народом России воедино никогда, никогда. Но вот на наших глазах совершается великое историческое чудо. Советская власть объединяет народы старой царской России воедино. Народ отделен особой жизнью от остальной советской России. Нет, он хочет дружного братского союза и неразрывной связи. Советская власть объединяет народы старой царской России воедино. Советская власть объединяет народы старой царской России воедино. И то же самое произойдет завтра со всеми ныне еще разрозненными частями старой царской империи. Это значит, что в сердцах трудовых народов живет непреодолимое стремление соединений своих сил. Там, где была железом и кровью скованная царская империя, там было вместе с тем в глубинах народного сознания стремление братской свободной жизни. Без вражды, борьбы и свары одной нации и другой нации. Ныне приятельство люди, получившие непосредственно советской власти свои руки в управлении государством, они строят новую советскую федеративную Россию. И эта новая советская Россия протягивает свои руки рождающейся Германии. И будет во всем мире единая советская республика всех народов.